что если максимальное запиливание? А вот и он. Опа, запиливание пошло. Первого поймали уже. 2-2-2, ему даешь? Пошло запиливание. Оп, запиливание есть. А, жесть, ну там уже просто на последнем издыхании что-то пытался делать. Сейчас подрегенимся и бегу. Запиливание. Ой-ой-ой, какое запиливание. Ох, как я его хуканул. Запиливаем, дядьки. Запиливаем, запиливаем, не ссыте, у нас столько ТПС, что жесть. Ой, красиво, блин. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если максимальное запиливание? Почему нет? Давайте попробуем. И что это тут вот за футболка? Давайте ее уберем. И поехали. Сейчас, как обычно, раздам ребяткам своим в команде обязанности, которые мы должны выполнить, и будем выполнять игру. Игра, надеюсь, получится интересно. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Ну и не забывайте, конечно же, залетать на стримы в 19-20 по МСК. Давайте, ребятки, поехали. Итак, ребята, надрафтили мы уже пик. У нас получился такой пик, и оппоненты немного в другом пике, но тоже очень крутом пике. И я не знаю, если честно, у кого пик реально круче. Погнали сразу вылазку. Гоу, 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 гоу. Поехала, гоу. Гоу. Ребята, погнали. Посмотрим, как работает запиливание. Получится у нас что-то или нет. Но я надеюсь, получится, конечно. Это, по идее, должно быть фаново. Я так думаю, должно получиться. Щит на руне? На руне кинешь. Погнали с Макеича. Оп. Вот так вот, ребятам покажу, как обходить надо. И погнали. Первая такая вылазка будет. Сейчас посмотрим, как будет запиливание. Мне, если что, мне два дашь потом. Окей, вот так вот сюда идем. Идем, идем в обход. Опа, есть. Вот тут можем кого-то встретить сейчас. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А вот и он. Опа, запиливание пошло. Первого поймали уже. Хорошо, есть. Работает. Запиливание. Так, ну руну отбили уже. Руну отбили. Все, я центр. По лайнам расходимся, ребята, по лайнам идут. Нормально так. Сларка приняли невзначай. Невзначай. Зачем два милишника внизу? Что, это плохо, что ли? Пусть он может лес пойти чуть подолбить. И лайн. Нормально вроде. Так, ну что ж. Катка начинается, тинкер в миду. Чистым дамагом будет пилить меня. Чистым дамагом будет задушивать. Тинкеросчик. О, а как так? Тинкер-то ближе было к крипа выхукало. Видели, да, сами? Ой, вот это такой бред, если честно. Ну ладно, ничего страшного, пойдем хилиться. Если честно, был на 100%, на 1000% уверен, что сейчас хукану в любом случае чела на тинкере, его чуть-чуть продамажу. Разменяюсь по хп, а получилось так, что... Не получилось. Вот и весь смысл. Это дота, ребята, это все равно, что... Крит мартретки на тавр. Ясно. Ну-ну-ну-ну-ну, ну как обычно. Ну что это, 11 хп. Ай, ну что так не везет-то, а? Ну ладно, классика жанра. Классика жанра, ребята. Отлично подхукал, левела не хватило, да? Решила, знаете что, скилл тинкера, что он denial. Поэтому я не апнул левел. Вот и все. Вот и все. Так, ну ладно, ничего страшного, сфидели, как обычно. На миду. Все по стандарту, ребят.
Так, ну что, у нас контент по запиливанию. Сегодня в любом случае будет пуш с худом. Самый старый пуш, которого можно придумать. У Тинкера сейчас будет, знаете, еще ботл, сапог. И это просто недосягаемая цель. Просто недосягаемейшая в этой катке, поэтому... У меня был вариант играть на двух героях. Либо это пуч, либо это, возможно, какой-то вертолет. На верте вообще изи-катка была бы. Не знаю, если мы эту катку проигрываем, то я пойду на верте в любом случае, потому что верт там 100% вин будет. Не знаю, какой парень на вертолете играет. Поэтому, ну вот как-то так. Сейчас имеем вот такую вот ситуацию. На пудже можно насосать игру. Потому что, тем более, вестинкера. Ненавижу вестинкера. Стоять это. Все равно, что не знаю. Поливать огород во время дождя. Абсолютно непрофитно. Оба! Кстати, может убить. Пусть он быстрый. Это Тинкер. Не могу его забрать. 320 мс против моих 280. 40 мс разница очень весома. Но жалко сапог на базе. Пижу по КД, ребят, мид. Видите как? На скилле парень играет. Это Тинкер. Сколько горения? В двойку. Умирает, умирает он, дядь. Он не выживет. Наконец-то. КД, потею с этим Тинкером. Ненавижу этого героя. Вот все, кто сидят на стримах у меня, они знают. Я просто терпеть не могу это говно. Он с прокаста. Вот просто даешь три тычки и убиваешь с прокаста. Все. Такой герой. Такой герой. Когда на пудже надо мансить, что-то там, что-то хукать, да? Но не суть. Все это камбэкнется, это все мелочи. Тэшку бы. Сейчас под... Опа, хорошо как. Да, ну как обычно, крипы не дают пройти. Хорошо. Вот это уже соло. Что там, на ксине чел бегает? Вот это уже соло. Наконец-то. Вот это уже наконец-то. Это ошибки Тинкера сыграли. Довольные побежали. Куда он там побежит? Хорош. Отлично. Жалко, курочка у меня не заряженная. Ну вот видите, а вы плакали. Уже камбэкнули. Все. Уже камбэкнули. Так, у них там сларк есть. Ой-ой-ой, у них там сларк есть. Ненавижу. Ладно, справимся. Самое главное, это то, что у нас сейчас с некстом артефактом это должен быть ботл, теоретически. Потом возьмем клоаку. О, пригеним. Угу, порегенили, проверяй. Дед хейтит. Причем оба вообще. Тупую. Тупую хейтит. Это сейчас лазер будет пытаться давать просто. Он бежит лазер в тупую кастовать. Была обмана, да? Как он меня хочет, это жесть. Так он с ракеты меня не убивает, ему главное лазер кинуть. Лазер кинет, может быть, убьет. Смотрите, как хапает. Он... Ну, я уже хп, кстати, в диапазон выхожу. Такой, что могу выжить с прокаста, и он может ошибиться очень сильно. Я регенюсь очень быстро. За счет транквилы. О, хейтерская ракета. Так, ну я замаксил хук, хотя мне нужно максить двойку. Смотри, смотри, смотри. Не убиваешь ты с прокаста меня. Хорошо. Ой-ой-ой, ксин бежит. Пойдет. Так, запиливание есть. Хорошо. Пойдем на нижнюю руну. Ракеты летят, все летит. Что за фигня? Ну вот, а вы боялись. Как оно комбечится? Руны нет. Я забирал. А чё ж молчишь-то? Чё ж молчишь? Так, я взял стик, next клоаку, чтобы меньше запиливаться. Хорошо. Самая главная фишка — это запиливание в этой катке.
Сейчас на восьмом еще раз запиливание в двойку. Двойку запиливание. Вы поняли, короче. Ай, блин, не сбивайте меня с мысли, чуваки. Ребята, не забывайте подписываться, ставить лайк, если нравится видос. То покажи в ТГ писос. Вот так выражусь, на ТГ тоже не забывайте подписываться. На ТГ не забывайте подписываться. ТГ у нас тоже веселые. Ну, по идее, убиваю, запиливание работает. Хорошо. Все, Тинкер поплыл, короче. Два раза Тинкеру повезло, дальше уже не везение, дальше уже скилл. Оп, хорош. Так, Клака. И Ганги. Все, я готов, в принципе. Я готов. Сейчас буду запиливать. ДС фидит по КД. ДС, брат. Со мной. И Акса туда же. Тинкер на топ пошел. На низ не пойду я. Можно сейчас вместе держаться и спокойно двигаться. Так, хук у меня тройка. Го. Го, позапиливаем его. Двойку ему даю. Ож. Запиливание! Поехало! Опа! Все, я тоже не буду там бить с руки, я просто запиливать буду. Оп! Шесть запиливание. Тотальное. Ну, у меня хпшки немножко просели. Ребята сейчас там чуть повоюют с Абадоном, у него ультимейт возбудится. О, что делать? Еще подрегениться надо. Потому что тут сейчас драка будет. Серьезная. Я понял. Хорошо. 2-2-2 ему даешь. Пошло запиливание. Оп, запиливание есть. А, жесть, ну там уже просто на последнем издыхании что-то пытался делать. Ну нормально, трипл килл просто на запиливании, ребят. Работает. Жесть, работает. Так, ну я в любом случае буду делать, скорее всего, худ целиком, потому что... Основная задача это тут работать двойкой. Прям вообще по кайфу. Работаем двойкой и все получается. Даже, наверное, дагер не буду брать сейчас. У нас есть серч. Если что, ДС на меня серч кидает и норм. Я тоже делаю. Мне нужнее. Я буду уже пилить. Опа. Хорошо. Так, я вардики еще взял. Гоу, тут фарманем немного и пойдем варду поставим. Опа. А чё ты? Он фидит, что ли? Банлист сразу. Он спецом, он мог убегать. Зачем фидишь? Он спецом фидит. Так не пойдет, на видос такое не пойдет, чувак. На видос такое банлист. Чтобы чел больше не заходил, я ему выдаю бан. Ребятки, обоснованно, потому что он мог пытаться уходить. Запиливание. Ой-ой-ой, как хп побежали. Как побежали, так и прибежали, чекайте. Запиливание. Смотрите, как запиливает. Ой, камон, гоу вот там это сейчас запилим. Ух ты. Запиливание. Ай, я не запилился. Ксин прилетел, фулл прокастом запилил. Пилите, пилите, пилите его. У вас вообще потенциал лютый. Жесть. Просто вот тут сейчас испепеление было какое-то. А испепеление вы можете посмотреть по ссылке в описании. Вот что я могу сказать. Если это запиливание, то то было испепеление. Хорошо. Так, ну у меня почти есть худ. Худу дефайнс. Так, это ТП вниз. Погнали. Сюда принесемся. Еще можно резисты сейчас. О, вот они резисты. 12 силы! 12 силы! Между прочим. Типа как 12 танга, только 12 силы. Первый раз делаю на Пудже со времен там 70-х карт, да, там каких-то. 60-х худ.
Первый раз в жизни делаю фирст артефактом спустя то время, потому что тут нужно это по видосу. По видосу надо. Давайте вот так сделаем еще. Погнали на руну. Хоста. Тут монета должна быть. Хорошо. Отлично. Я готов. Ой-ой-ой. Прикинь, не попав. Хорошо, худики есть. Опа. Запиливание. Ой-ой-ой, меня не надо вязать. Надо подрегениться. Сейчас подрегенимся и бегу. Запиливание. Ой-ой-ой, какое запиливание. Ох, как я его хуканул. Запиливаем, дядьки. Запиливаем, запиливаем, не ссыте, у нас столько ДПС, что жесть. Ой, красиво, блин. Это просто нечто. Это на вставочку. Оп. Вот это, конечно, сейчас было на вставочку. Это было на вставочку. Вот оно, то самое запиливание, которое я и хотел показать. Вот оно. Есть. По красоте. По красоте на вставочку было. Так, ну и что? Двигаемся дальше. Чувак, давай я тебя похилю. Поманю. Пойдет. Запиливание. Смотрите, как крипы сыпятся. Ой-ой-ой. Пойдем в леса. Let's go. Давайте тэшку заберем. Руны заберем. Тэшечка. Пойдет. Я дагер, наверное, куплю next там. Сларк лотар делает. Сларк имба. В лейте может потащить. Но у него очень много будет улетать хитпоинтов от нашей комбинации. DSO Soul Ring бы какой-нибудь. Так, варды расставили, причем офигенно, нормально. Как я оставлю, чтобы не поснимали. Пойдет. Что там, у Акса есть? Ага, замаксил. Урну надо. Урну бы еще. Урна тоже запиливание. Причем неплохое. Урна неплохое запиливание. Акс сделал, было бы хорошо. Гоу-гоу-гоу. На нас беги, не бойся. Опа, ушел. Да мне вообще пофиг на этих... На крипиев. Запиливание очень крепенькое. Так, дагерочек, да? А урна нужна. Урна очень нужна. ТПшечка. ДС-2-ку дает, погнали. Ох, как его запиливает, вы просто посмотрите. Просто ничего сделать не может. Ой-ой-ой. Жестко. Запиливание. Ты что думаешь? Я его буду запиливать. Смотрите, просто с запиливания убиваем. Запиливание! Толпой запиливаем. Ух. Ой-ой-ой, какой хук кривой. Три, камон, найс. Ну там на этот, на чайный есть. Ну все, это отбой.
Пойдет. Уже никак не попасть. Блин, я бы хуканул его. Хорошо. Запиливание. Оп, найс. Хорош. Блин, из таких ситуаций с этим запиливанием выезжаешь, это жесть. Это ужастик какой-то. У меня тут еще 300 силы в кармане. Раз, раз, 22 силы хп, видели, скаканули как. Ну, это жестко, не знаю, ребят. Просто без комментариев, это очень жестко, это запиливание нереально крутое. Даже в комбинации просто с ДСом, это жесть. Это жесть. Комбинации с ДСом, это очень сильная тема. Ну, в старых версиях всегда так пуджа собирали, через худ. Очень даже это и сейчас профитно, как видите. Если много магии, прям очень сильно живете. Ну и третий также дает еще резист, не забывайте. То есть хп почти не снимается с этих магий со второго спелла. То есть, да, вообще жесть. Но суицидец немного тяжелее, конечно. Тяжелее. Впятером, го. Так-то, да. Тяжеловатая тема. Не надо пушить по чуть. Так, Аксевич там Еульчик имеет. Вот здесь нет никого. Тинкер нету. Ух, как пилим-то, ё-моё. Под Дискордом, мне кажется, вообще жестко будет. Под Эзериалами. Да, Т2 пойдем. О, здорово. Жесть, запиливай. 800 хп просто сжег. 700 хп сжигаем. Запиливание, дядя. Запиливание, дядя. Хорош. Вином живой еще. Сларка запилю. Я тут запилю. Блин, это крутой разнос. Это крутой разнос. Двойку ему даю. Ош. Сила. Опа, есть. Блин, как же это круто. Когда запиливание такое. Это жестко. Так, 2800 на кармане. Ну, наверное, в Аганим будем выходить. Или Радиенс, мы же играем через запиливание, ребята. Радиенс, вы чё, какой Аганим? Радик. Радик будем делать. Через Радик. Блин, уже резнулись, гоу бэ. Мне кажется, нас сейчас тут запилят. ХП нету. Маны много. Сларк там ищешь. Найс, руна. Руна хорошая. Жесть. Как игра оборот, да, приняла? Очень активная. Очень активная, чересчур активная. 500 силы делаем на пудже. Помните видос, да? 500 силы. А тут надо не байтить, тут нужно идти душить. И побежал, пуч по круговой. Ладно, пушим по чуть. Пушим по чуть. Опа. А там Гира что-то спанул. Давай выхукай. Запиливание будет? Я не могу пройти. Ой, хорош. Ой, Сларк там еще.
Опа, здорово. Запиливание, дядя. Запиливание. И сралка еще там. Что это такое? Почему Тинкер пришел тупо за суицидился? Что это такое? Что за дерьмо вообще происходит? Так, Радиенс не за горами. Я не буду пушить. Не буду пушить. Так, ТП-шечку выкидывать я не буду. Боттл тоже. С Радиком будет проблема. Какая проблема, спросите вы? Маны нету. Аганим обычно берешь и продаешь боттл. Тогда все по кайфу становится. Вот, а тут немножко будет проблематично. Так, 700 золота надо, да? Големов не хочу. Жестко. Ребята там дерутся за кемпы. Соливарня можно? Щиток ДС все забирает. Да, есть такое. Очень много забирает. Ох ты, смотри какой хитрый. Я умер тут, кстати. Хотя нет, еще живы. Ману сосал. Что ж ты такой живучий? О, пошло дело. Ой-ой-ой. Ох, Акс там перекрыл. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Вот это что такое? Подожди, силу надо. Ай, в АОЕшку не зашел. Фу, жесть, это что сейчас было? Почему так жестко? Ребята в команде вообще жестко отыграли сейчас. Офигеть. Так, регенчик, найс. Ну, леви, рупа. 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 Радик на пудже чисто. Рупа. Команда пусор. Команда пусор. Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, я не знаю, что сейчас за игра происходит, но это очень круто выглядит, потому что за замедление очень, очень жесткие, очень жесткие запиливания вот эти. Это просто нереально крутая вещь. Нереально крутая вещь, это замедление. Это запиливание. Запиливание! Сейчас кого не ждем, ждем. Ай, не достану, да? Ай, рак. Тимусор. Тимусор. Типусор. Запиливание. Просто пилим чувака. Вон сралк. Да Юл не контрит ультимейт его. Вот, сейчас закончился ульт. Опа, двоих запиливать хочу. Запиливание. Я даже, в принципе, почти не бил Клока. Он умирает от того, что я с щитом ДС-а плюс... ну, блин, это даже рубрика две кнопки, да? По сути. О, это так круто, хз. Команда пусор. Все, отойдем. Отойдем. Манда пусыр. Так, я хочу МС-а побольше немножко. У меня куру слил. Парнишка на сварке. Парнишка на сларке куру слил. Да, жесткий геймплей, ребят, выходит. Пробуйте так с друзьями. Это очень реально круто выглядит. Тем, что это запиливание, оно реально работает. Жалко, чуть-чуть не успевает. Да, там Акса запиливание тоже накидывается. Очень жесткое замедло получается. Гиролет успевает. И вообще жестко. Очень жестко получается.
Очень жестко, ребятка. Ну, за такой геймплей, я думаю, можно будет поставить Луиск. Давайте на next катку. Может быть, давайте попробуем, если сейчас эта игра, в принципе, не приобретет какой-то более красивый оборот, то сделаем еще одну игру. И я сыграю на верте. На верте. И будем вот так вот так же запиливать. Только будет у нас в главных ролях уже вертолет, а не пуш. Но пуш очень круто смотрится с ДСом. И поэтому решено было первую катку играть через такую комбинацию. Ну, посмотрим. Посмотрим сейчас, как это будет происходить у нас. Два даю ош. Хорошо, вот он, вот он. Запиливание. Ой-ой-ой, как его пилит. Я просто даже его не бью. Вот, смотрите, смотрите, как хп улетают. Смотрите, я просто даже не бью, я просто бегаю. Эй, дай пройти. Ой, клок руинер, ну сам умрешь тогда. Ой, хорош, этот тоже погиблый. Жестко, блин. Усыр. Опа. Жесть, выжил. Выжил. Иллюзия просто. Бэкстебнула, выразимся так. Так, куру я опять слил, найс. Круто. Жесть. Так, ладно, с курьером мне в этой катке не везет. По КД им фижу. Сия. Сия нужна на МС. Хорошо. Блин, через худ все-таки интересно играть. Старая забытая мета через худ, она... более-менее еще рабочая. Прикольно. Меку делаю. Окей. Чем больше запиливания, тем лучше. Чем больше запиливания, тем лучше. Так, ДС домой пошел, да? Двойку он мне не кинул. Радик на пудже. Радик на пудже. Жесть, конечно. Блин, у меня тычки как у Тиника уже. Жесть, запилили. Это очень жестко. Это очень жестко. Это очень жестко. Так, где там? ДСик бежит уже, да? Хорошо. Погнали, кого-нибудь запилим. Запиливание. Ой, как хп убегают. Еще гиролет, если подключается, это вообще жесткая вещь какая-то. Кусаю. Ой, как запилили, жесть. Просто за секунды. Вот так вот. Это кринж, на самом деле. Кринге. Эх, не достал, да, Айрак. Айрак, жесть. Ну, ладно. Первая катка у нас получилась довольно-таки крутая. Вот так напишем. ПЛВ. Вот так напишем. В принципе, первая катка у нас получилась прикольная, ребят. Запиливание рабочее. Полностью работает. Жесть очень мощно пилит. Реально очень круто. Очень мощно. Очень мощно, очень круто. Так, ДС опять подходит. Брат. Я. Меня на 100 секунд сейчас отправят. Ой, вискет суск. На развороте. Ук. Работаем. Давай, давай, побежали. От Радика умер. От Радика погиб. Жесть. Это круто. Убаскается. У него юл, да? Да чтоб тебя.
Оп. Хорош. Креветка у вас играется. Уже нет, но он пушил. Блин, это круто. Ребят, некстовую катку давайте на верте сделаем. И, ну, не знаю, что получится на верте. Запиливание какое. Ну, посмотрим. Посмотрим, какое на верте получится. Погнали на базу, сбегаем. И закончим эту каточку и пойдем некстовую. Так, вот так делаем. Хорошо. Погнали. По низу. Погнали по низу. Запиливание некстовой каткой будет еще. Решено. Решено. Запиливание некстовой катки. Ох, с щитом вообще, конечно, с щитом ДС вообще опасная вещь. Блин, у меня МС почти 522, 447, транквило вырубается. Хорошо, погнали. Лотар Башер. Силы. 126. 126 силы. Очень много, блин. Запилим сейчас, давайте его. Опа, запиливание. Запиливание по максимуму. Хорошо, запилили. О, запиливание. Запиливание. Хорошо. Камон. Добиваем эту катку, ребятки. Идем некстовое запиливание. Некстовое запиливание. Сларк пытался. Пытался выигрывать. Запиливание. Вообще даже бить не надо, просто запиливает и все. Даже бить не надо, просто запиливается все. Так, ну у нас 120, 227 силы, нормально. Почти сильный. Опа, Абадон, запиливаем Абадона. Запиливание. Нет. О, да. Оп, гирыч. Запиливание. Бегаю по кругу. Этого хочу. А, так и... Жесть, он там до сих пор бьет. Ребят, ну вот такое у нас получилось запиливание в первой игре. Сейчас пойдем next. Смотрите, как его запиливает до сих пор. Даже запиливание играет вне рабочих моментов. Опа, вот так вот. Погнали next. Сейчас сыграем на вертолете, ребятки. Ну что, ребята, next у нас уже началась. И сейчас мы будем на гиролете. И попробуем гиролетом выносить все, что двигается. Также через запиливание. В этой катке, конечно же, я сыграю на верте через единицу, через Discord максимальный актив и постараемся сделать максимально мощную вещь. Ребятам расписываем, как им действовать. Это ДС, бегай за пуджом, ему двойку по КД. Там замедло, там скорость, там все будет огонь. Погнали. Гирыч. Центральный коридор. В этой катке будет тоже, по идее, интересно. Сейчас посмотрим, как будем раздушивать оппонентов. Взяли пака. Пак не проблема для гиролета. Сейчас посмотрим, как пак будет справляться. Начальная стадия будет немного тяжеленькая, но мы ее перепрыгнем и пойдем. Самое главное, это нам выфармить начальные артефакты в миду. И пойдем по чуть напрягать. ЕС напряжение, конечно, будет создавать. Но попробуем, посмотрим. Имбы особой там нету, кроме, конечно же, леги. Но у нас настолько непредсказуемая комбинация, что... Что хз. Также можно. Можем также.
Погнали. С Макеича. И бегите. ДС стоит, втухает. ДС! ДС, не втухай. ДС втухает, все уже. Потом притащишь себе артефакты. Очень далеко. Роджер Вилкоу. Пойдем на ХГ поднимемся. На ХГ поднимемся. Так, ракетницу. Верт очень сильно зафикшенный в 85-й карте. У него первый уровень запиливания вот этого, да, ракеток. Как, не знаю, первый уровень. Lost the connection. О, все, походу наигрались, ребят. Походу наигрались. Короче, первый левел у Верта вот этого запиливания на 83-й карте, по-моему, 0.9 составляет. А тут 0.7 дэмэджа. А на ласте, по-моему, на 83-й, по-моему, около 26. Вот. И смысл такой, что тут первый спелл вообще зафикшен. Но есть один плюс. Убрали вот этот рывок включения. То есть тебе не нужно постоянно перекликиваться. Вот это самый кайф. Рывок включения убрали. То есть оно постоянно вот эти переклики. Это не очень. Банре. Ну, делаем ре и погнали некстову, ребят. Так, ну что, на том же самом месте мы встречаемся, сделали мы ре. Также надрафтили и поехали. Пойдем поверху вот так вот. Пойдем поверху. Продолжаем каточку. Так, меня вперед никто не пустит. Пуджа надо вперед вообще. Интересно, кого-нибудь в этот раз получится здесь цепануть? Вот туда. У нас самая основная задача, это чтобы пудж замедлял. Но пудж идет... Вторым, третьим, веник. О, во-во-во, там идет. Слардар. Слардар с МХой, да, походу? С МХ. Просто с мапхаком сразу убежал, понял, что мы обходим. В смоках. Вот так вот. Он даже сюда не пошел. Вот так вот, значит. Играем против мапхакера. Запомните никнейм. Алмат КЗ вот этот вот. Найс, интересно с МХ играть, да. Ладно. Может, там и нет МХ, просто он решил не идти на руну. Заподозрил что-то, да? Бывает. Так, ну что? Центральный коридор в нашем распоряжении. В нашем распоряжении. Фармим. Фармим. Наша задача это немножко сейчас подфармить. Блин, Рубик будет резиста давать. Жесть, прикиньте, у нас задача это запиливание, да, а он будет магическое сопротивление всем давать. Но мы знаете, что постараемся? Постараемся его первым убирать, я его постараюсь постоянно убирать первым Рубика. И надеюсь, все получится нормально. Под Т-шку кидай меня. Не захотел под Т-шку кидать. Мог под Т-шку закинуть. Ух ты, у него вард стоит там, да? Ну так вот. Сентрик стоит у него. Ну, ладно. Ладно. Пойдет. Пока фармим. Как он просто стоит, мешает мне фармить-то, по факту. По факту мешает тупо фармить. Давайте будем драться за лост-хиты. Но я хочу лайн толкнуть. Мне нужно толкнуть лайн. Нужно толкнуть лайн, но уже не толкну. Уже не толкну. Да, не надо, дядь, под Т-шку, зачем? Что он ты делаешь? Отдохни чуть-чуть, пойди. Подустал, небось? Ракетницу ставим. Хорошо. Грибочков сразу забежал.
Пойдем прогуляемся. На ТП уходит. Понимает, что сейчас таверну отлетит. Но, кстати, хороший мув. Что у него телепорт в паке делал, это, конечно, секретная информация. Но пойдет. ДДшка на топе. Пойдем заберем сейчас. Но Рубику намного хуже, чем мне в миду. КС у меня идет. Расходника у меня уже больше. Поэтому и не парюсь. Я не парюсь. Можно будет под Т-шку сейчас загулять. Хила у меня хватит. Сапог желательно. Возьмем сапог и погуляем немножко. Сапог возьмем и погуляем. Сапог снизу полетит. Под Т-шку пойдем. Хорошо. Ой, да ладно. Один хп тупо. Но сапог нужен. А уже проще с базы взять его. Проще с базы взять. Потому что снизу прогулял вспышку забирать сапог. К сожалению. Пойдет. Главное, фарм есть. Плохо, что не убиваю. Раза два-три точно должен убить его. Это ж Рубик. И камон. Короче, надо было сразу брать свою куру, да, ребят? Свою куру. Все, есть. Хорошо. Надо было сразу себе свою куру брать, да? Опа. Успел, прикинь, как нажал, да? Но сапога нету, жалко. Ракеты достаю, ош. Это жестко прям, я не знаю. Это прям какая-то жесточина, а не игра. На лоу хп вечно уходит, но не могу свою куру дождаться. А ты что? До свидания. Прочитал его, что сейчас пойдет бычиться. Но радость, что мапхака нету там. Так, у меня есть. 90 баражи берут. 90 маны. Ладно, идем на базу. О, мангус себе, спасибо. Чётенько. Пойдет. Напряженка в миду, да, такая? Лакует чел постоянно. А лаки? Чисто лакует постоянно. Манго возьмем. Так, пойдем позапиливаем. Запилим немножко. Ух ты, там еще есть лордар. Алмат КЗ там. Чекай. Хорошо, одного запилили. Запили мы этого. Жесть. Но это круто. Не знаю, крутое запиливание. Я бы. Не хочу стоять тут. О, здорово, давно не лагал интернет. Ну, кстати, давно пора уже. А то что-то заигрались. В первую игру вообще без лагов играли. Найс. Я все это время простоял. Все это время простоял. Ужас какой-то. Ладно, не пойду уже на базу. Надо было себе ботл юзать. Сделаем. Интересно, будет ли какой-то ему подсейв? Вот он стоит просто, афкашит. Давай, давай, добивай. Ракетница.
Ой, вообще не дамажит. Вард поставь, вард поставь сюда. Вард поставь. Вард поставь. Вард поставь себе. Сюда. Сразу не парься, вард ставишь, не паришься. Ну пойдет, все равно забрали, правильно? Забрали. Но этот Верт, ой, Верт, этот парень на этом... На Рубике. Просто стоит, чего-то ждет постоянно. Ждет, когда я приду, не знаю. Забавный парнишка. Просто стоит и ждет. Стоит и ждет, наверное, пока я приду. Но нормально, ситуация по игре ровная. Ганги есть? Есть. Хорошо отыгрываем. Забираем что-то. Ну, несмотря на то, что сейчас таверну отправились, да? Ну, как бы бывает. Как бы бывает, ничего страшного. Бывает. Так, сейчас берем. Да камон. Мой интернет божественный. Час дня, не знаю, что они. Что там, куда, в какую куру положила? Ну, найс. О, в куру. Через дискордик пойдем. Так, сделаем. Ребята боковые лайны тоже душат. Я, в принципе, мид поддушиваю. Сейчас добиваем мид. Добиваем мид. Хорошо, рунку беру, ош. И погнали до 60 топ. Погнали на топ. Пэшки, ребятки, готовы давать. Вот с Лордара было бы хорошо запилить. Так, я выхожу некстом. Так, это моя кура, вот она. Блин, с Лордар постоянно так отходит хитро. Давай стан даю, ош. Посмотри, он просто выбежал оттуда. Запиливание! Просто выбежал. С кнопки. Жесть. Веду мид. Жди мид. А, он там сам убивает на пудже. Ну ладно, пойдет. Эй, дай понюхать. Хорош. 125 золотых понюхал. Золото. А говорят, золото не пахнет. Пацаны, осуждаю максимально. Но эта катка, походу, еще легче будет, чем прошлая. Так, дискорд есть, сейчас будет вообще жестко. Это будет жестко. Но прошлая катка, мне кажется, динамичнее была. Динамичнее. Немножко динамичнее за счет того, что пуш в процессе делается, да? Пуш себя в процессе чувствует. Но на верте, видите, немного другой геймплей получается. Но опять-таки, каждая игра, она же не стандарт, да? Каждая игра по-своему уникальна. По-своему у нее какие-то есть фишки, да, в каждой игре. Но вот в этой игре конкретно, видите, менее такая активная игра, да, получается? Но душим все равно. Но душим все равно. Вот я иду. Го, вместе. Вместе сейчас побегаем. Вот сюда, например, там толпу вот эту принимать. Сейчас будет вообще жесть. Под дискордом все эти запиливания. Главное пробафать четенько. Пробафать четенько, главное. Внизу они. Туда, гоу. На Слардара ракетницу поставлю. Смотри, он сразу уходит на Слардаре. Что-то с ним не то.
Запиливание! С ракеты лопнет. Запиливание! Куда ты его... Выхукивает он его. Ай-яй-яй. Блин, эти ракетки, это смешная вещь вообще на самом деле. Но тут верт раскрывается по кайфу, да? Тем, что вот это суета, движение какое-то. Уже поинтереснее выглядит. Уже поинтереснее выглядит. Так, ну догерочек next там. И прям максимально активничать будем. Пока так, пассивненько получается. Но пойдет все равно. Главное разнообразие в таких видео, ребятки. Спасибо всем, кто смотрит. Не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на ТГ, тоже немаловажно. Поэтому, ребятки, всем спасибо. Всем спасибо от души. Реально приятно, когда ребята поддерживают, смотрят. Залетайте также на стримы. Буду очень рад. Так, есть, хорошо. Иду. Все руны мне отдает. Опа, запиливание. Оп, хорош. Запиливание работает через Discord. Запиливание через Discord. Запилили. Хорошо. Так, ну теперь до герочка остается. Сейчас, пацаны какие-то морально уставшие попались во второй игре. Ну, в принципе, две каточки так душим, да, получается. Не знаю. Вроде душим. Запиливание! Ух, просто взорвалась. Ой-ой-ой. Это больно. Хорош. Захилю. Все, гоу на базу. Мы тут жесть как провернули дела. Отлично. Так, ну что, есть дискорд. Погнали по топу. Го топ. Ну, вардик сразу. Перенес, снял. Мабхуцкер, что ли? Так, ну я сейчас вообще очень опасный, потому что у меня дискорд. И даггер. Это просто же ракету ставишь и летишь мучить всех. На своем пути. Просто мучит всех на своем пути. Пока что фармим. Толпа на толпу, когда будет заруба? Интересно. Путь тоже худ купил. Вообще не чувствует ничего. С худом вообще ничего не чувствует. Погнали. Акс прыгнет. Вторая замакшена. Сейчас как задушим. Погнали. Так, Слардар у нас уходит сразу же. Он все знает на Слардаре, чувачок. Запиливание. То есть... Погнали. Да камон, мне галимить не надо. Запиливание. Запиливание, дядя. Это иллюзия? А я думал, это настоящий. Опа, ну смотри, запиливается как. У него хп уже нету. Сейчас я прыгну. Так, сделаем. Блин, я не знаю, это... И это даже поменялись героями. Да, все равно очень круто получается. Все запиливают. Еса, иллюзия бегает. Ну,
Это жестко. Ну, вторая катка менее интересная, походу. Ну, в принципе, ребятки, две каточки для вас, чтобы было интересно. Иногда одна каточка, потому что идеи бывают не такие, да, там, тяжелые в раскрываемости. Тут катка тоже... Я захотел вторую отписать, и, по-моему, даже... Пусть будет, ничего страшного. Вы тут кто-то кушает, кто-то на работе сидит, да? Кто-то там отдыхает. И вторую каточку, как бы, можно там на фончике послушать. Даже что-то какая-то суета. Так что всем приятного дня, всем приятного вечера. Кто кушает, тем приятного аппетита. И вот вот такие вот игры специально для вас, для тех, кто не смотрит, а просто слушает. Так сказать, вещание такое, радиовещание будем выражаться. Потому что если вы не смотрите видео, соответственно, это является типа таким радиопередатчиком каким-то. Так что, ребят, все по кайфу. Все по кайфу. Оба, ты куда меня? Такое радиовещание у нас получается немножко. Запиливание! Да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да-ба-да. Ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. То есть я чисто буду единицы летать, запиливать. Все. Это смешно, честно. Запиливание старым дедом. Без смс и регистрации. Жестко. Макс, ты зарял. А пацаны потерялись. Вообще жесть, там у них ситуация очень тяжелая. У нас актив, видите, они не знают, что с этим активом делать. Не знают. Я бы тоже потерялся в такой катке. Так, отрезали с лордара, да? Главное ракету ему поставить. Срубил, срубил, уже вышел. Запиливание. Ух ты, там пуджа душит. Дядя. Хорошо. Ой-ой-ой. Маены даешь. Запиливание. Хорош. Ой, жесть. Не, ну нам пора на интернешнл. Пора интернешнл. Когда в папчике раков пятерых выиграл на изи, все, пора интернешнл, пацаны. Ну, да ладно, не суть. Не суть. Каточка ровненькая получается. Ну, по красоте, такую игру по красоте посмотреть, не знаю, лично для меня, по кайфу. Поэтому есть на что посмотреть. Это запиливание, оно вообще в полной мере тут показано, как оно работает. Оно работает прикольно. Можно ничего не делать, просто бегать и нажимать одну кнопку, и будут все оппоненты умирать. Это круто. То есть, где вы такое видели? Где вы такое видели? Поэтому пожелаем приятного просмотра. Интересной игры. Добиваем копеечки. Это динозавр, когда вспоминаешь, что произошло. Хорошо, поехал. Запиливание! Ой-ой-ой, по красоте. Запиливание. Опа, вейльчик. Запиливание. Ребята, запиливаем его. Запилили. Чисто запиливание тупо. Хорош. Отойду. Зерил имеется. Максимальное запиливание. И тут просто ходишь за... Вот, ну реально, самый кайф это на пудже. Просто ты бегаешь и убиваешь. И все, вообще никаких проблем нет у тебя. Вообще никаких проблем нет. Вон, да тут, смотрите, просто нага даже. Они просто плюют. Тут, давайте посмотрим просто. Вот, выхукивает он его. Замедление, смотрите. Только дает. Смотрите, как хп уходит. Так никто его почти не бьет. Суицидься, бро, камон. Вот вы видели, какое запиливание? Это же жесть. Его никто почти не бьет, а он запиливается. Это жестко, парни. Это жестко. Я вам говорю, это жестко. Вон, смотрите, все равно как хп убегает. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. По чуть. Аксов двойка, блин. Вон, хп сейчас побегут, даже смотрите. Запиливание пошло. Просто ничего чувак не делает, бегает, убивает, и все.
Вот вам и дота. Тушите весла. Опа, вот и я. О, я мискликнул на себя. Случайно нажал. Здесь мана кончается, конечно, как бешеная. Изэриал в нагу не попал. На себя нажал случайно. Ну, эту катку тянуть не будем, наверное. Контента хватит. Более чем контента. За две катки хватит. Так что, ребят, одной катки хватат. Более чем хватат. Ребята там дальше решили. Но все, Аксу конечная. 100% подтэшка. Ой-ой-ой. А я как в стыло зайду. Гиролет, запиливание. На вставочку. Прям четенько я так залетел туда. Not enough mana. Вот это очень обидно. Ой-ой-ой, на вставочку. Но вот это точно уже, ребята, на вставочку. Рэмпейчка. Ну и что получается? F4 спамим. Подписывайтесь на канал Хинезис в Ютубе и по красоте. Ребят, ну, наверное, будем заканчивать эту катку. Катка получилась тоже, ну, не такая активная, конечно, как прошлые игры, да, как прошлая каточка на Пудже. Самый сок, мне кажется, получился на Пудже. Но на верте тоже есть на что посмотреть, хотя бы сделали какой-то вот сейчас красивый мув, там до этого делали, да. То есть, ну, какая-то суета все равно происходит. Это лучше, чем просто выложить какую-то каточку со стрима. Намного лучше, в любом случае. Потратить свое время для того, чтобы сделать какой-то красивый контент для вас, специально, чтобы вы радовались, чтобы вы посмотрели. О, новое видео какое-то, а я его не видел на стриме, я на всех стримах сижу, а я этого не видел видео. Вот это самый кайф, вы понимаете, да? То есть создание контента требует определенных, конечно же, затрат, и эти затраты я беру на себя. Ваше желание — это просто посмотреть это видео и все. Так, ну что, Акс у нас, походу, наигрался. Бывает. Нет, не наигрался. Окей. Бугузер. Типа богоюзер, что ли? Пойду монетку соберу. Монетку соберу. Ну, получается жестко. Запиливание, смотрите. Просто никто ничего не делает, они умирают. Просто пуч бегает и все, смотрите. Запиливание. Запиливание. Акс даже стильнуть не успевает. Всех запиливает. Жестко. Это реально очень жестко. Давайте закончим уже. Закончим. Сейчас драка последняя будет в ХГ. Крайняя. Ноль пятьдесят, пацаны хотят. Опа, 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 толпа становится. Ой, ДС, как хорошо под стяжечку. И тут дамаг пошел, пошел дамаг. И пошел в таверну Гиролет. Ну, Рубик таки доволен, доволен, наконец-таки. Пробил его час. Пробил. Жесть, это жестко. Ну, зря газанули, нужно было ломать их по чуть. Сейчас камбэк еще. Стики, урна. Туда сразу все ему. Опа, смотрите, какое запиливание пошло. КП уходит прям нереально быстро. Жесть. Это жестко. Реснемся и good game доделаем. Good game. Моднес.
Так ни разу никого я соло и не запилил через Эзериал и через Дискорд, блин. Не знаю, что-то как-то так понравилось мне это делать. Но не получается. Опа, запиливание. Запилите его нафиг. Я б на их месте порофлил бы. Взял бы там, знаете, на контент. Как вот, чем отличаюсь я от обычного игрока? Тем, что я стараюсь играть на контент. На именно на вот эту красоту, да? То есть вот тут бы я бы побегал, наверное, оставил. То есть на видео, это для видео чисто. А так, просто фражочек забрать. Ну, хз. В данной ситуации я бы, наверное, поступил бы именно вот так, как вот тут, да, вот этот моментик. Просто бы накидал бы кнопочек, да? И смотрел бы, как Рубик там загорелся. Ну, это контент, ребят. Кто-то просто играет, а кто-то играет на контент. Конкретно вот. У меня уже, наверное, обычных игр никак, ну, давно не было. Таких, чтобы вот просто поиграть. У меня в основном игры это контент. Стараюсь играть именно на контент. Давайте доламывать. С одной стороны это круто, но с другой стороны... Не знаю. С одной стороны круто, а с другой стороны... Непонятно. Что, будет там прыгать кто-нибудь? Ес там прыгнет. Гост купил против запиливаний. Ес, чтобы вы понимали. Опа. У-у-у, запиливание пошло. Слардар, хитрый, блин. Хитрый Слардар. Прыгнул тогда, когда убить под колодцем можно. Криса. Но ребята допушат. Ребят, вот у нас получились вот такие вот игры. Обязательно пишите комментарии, какая катка вам понравилась больше, где было актива больше. Но в первой катке, конечно, на ПДЖ актива было намного больше. Жесть, мы оппонентов задушили. 0-14, 0-11. Ну, 1-11, окей. 3-12 и 3-16. Очень жестко задушили. Но и тем не менее у нас получились вот такие вот простенькие игры. Ребятки, как вам в целом видос? Мне кажется, есть на что посмотреть. И в целом, пробуйте с ребятами, комбиньте. DS плюс пуш, очень мощная комбинация. Ну и в принципе, все. Пожелаю всем хорошего дня, вечера, настроения, вкусной еды. И, конечно же, не забывайте, что вот это... Вот когда у вас жена вот с такими волосами, с длинными, то у вас всегда, вечно, везде будут эти волосы. Это не забывайте, конечно. На этом все, друзья. С вами был Ксаназис, и до скорого.